Уберись ты. Всем привет. О, сегодня мы будем снимать концептики для чикенганчика. Ну, погнали. Итак, первый концепт — это, знаете что? Это Battle Pass. Точнее, ну, сами понимаете. Смотрите, сколько кнопок уже. Чикен пас. Говно пас. Ладно, среди тут такой такой. В общем. Всем внимание на другие режимы. Сейчас я вам покажу Чикен пас. Подождите. Это версия 5.40.0. Нет, это версия 5.99.0. Если что, в Чикен пасе ничего не обновилось, поэтому я его не показываю. Посмотрите, какой это крутой. База. Это база на колесах для МТСов, а точнее военных. Посмотрите, как я старался. Оцените мой рисунок от 1 до 10. Кто поставит 10, тому шоколадку в карман. Считайте. Так, в общем, пишите уже оценку в комментариях. А заднюю арку по жопе щелбан по лбу. Вот такой концепт. Следующий концепт. Сейчас я вам покажу. Ой, у меня еще один концепт рюкзака. Кстати, присмотритесь к рюкзаку. Сейчас я его вижу. Да не квадрат, а. Вот какой рюкзак. Ну что ж, это все, что у меня было. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и всем гудбай, гудбай, гудбай. Вы не представляете, как долго я рисовал эти концепты, но это видео длится только 3 минуты. Реально 3 минуты длится. Смотри, чего? Чего, блин? В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.